хочу показать вам, друзья, небольшую коллекцию трубок в одном из ресторанов города Самары. Смотрите, как все это выглядит. Даже есть вот такие вот экземпляры. Я так понимаю, они из самых разных городов мира. Вон, видимо, подписаны даже владельцы. Возможно, это реплики, конечно. Но выглядит, конечно, вся эта композиция очень интересно. Вот это вообще на какую-то кофеварку похоже. Оформлено красиво все. Если вы знаете, где это, напишите в комментариях, не ленитесь. Это город Самара, один из ресторанов на английскую тематику.